В Карагандинской области меняют водопровод в городе Балхаше. В ремонтных работах задействованы 5 бригад. Эти сети изношены на 80%. Старые трубы постоянно рвутся. Только этим летом произошли 2 крупные аварии, которые на несколько дней оставили жителей без воды. Проект же предполагает реконструкцию более 120 километров водопровода. В этом году заменят лишь 4-ю часть. На момент отключения воды, так как ремонтные работы проводятся, вода населению подается по временному трубопроводу диаметром от 25 до 50 миллиметров. То есть население с водой. Если, да, бывают аварийные ситуации, когда и по временному трубопроводу не можем подать воду, в этот момент мы организовываем подачу питьевой воды путем организации предоставления водовоза.